Дачный сезон. Как взять от него все самое полезное, самое радостное, самое чистое, что он может дать, несмотря на то, что еще только весна? Давайте я вам сегодня об этом расскажу. Дачный сезон начался. Мы все купили семена, мы все купили саженцы на канале про цветок и рванули на свои любимые заветные сотки. А рядом обязательно где-нибудь растут березы. Этот первый поставщик весеннего здоровья может порадовать нас очень и очень здорово, если знать, как эту радость взять. Разумеется, в первую очередь весенняя березовая радость – это березовый сок. Уникальная жидкость, просто совершенно божественный эликсир здоровья, который нам подарен природой. О его пользе можно рассказывать бесконечно. В первую очередь, березовый сок растворяет соли в нашем организме и оказывает мочегонный противоотечный эффект. Какую пользу это приносит нам? В первую очередь, мы сбрасываем вес, сбрасываем отеки. И, разумеется, после зимы, после всех новогодних праздников, 8 мартовских праздников, масленицы я думаю, что это порадует всех. Сбросить лишних 2, 3, а то и 5, 7 килограмм это здорово. Подчеркиваю, именно лишних. Что уходит вместе с этими килограммами? Березовый сок великолепным образом растворяет лишние ненужные соли. В почках и суставах. И, кстати, это можно отследить. Когда только начинаем пить березовый сок, первые дни мы его с удовольствием пьем. Я, например, могу там и литр, и полтора в сутки выпить. Я всю воду заменяю березовым соком. Вы можете в этот период собрать мочу в баночку, как вы ее собираете на анализы, и поставить на пару-тройку часов. После чего вы увидите на дне совершенно конкретные осадки в виде солей а то и слизи. Вот это то, что выгоняет из нашего организма березовый сок. Аккуратно, с осторожностью пить его тем, кто совершенно точно знает, что у него в почках есть крупные камни. А вот тем, кто хочет вывести соли из суставов, наоборот, рекомендую как можно больше его пить, но много сока не выпьешь. Что с ним сделать? Тут у нас есть разные варианты. Мы можем сок заменять соком, например, воду в чайнике, которой мы завариваем чаи. Мы можем соком заменять воду, на которой мы делаем морсы, компоты. Можем на этом соке варить каши или супы. Таким образом мы хоть и каким-то образом снижаем целебные свойства сока, тем не менее мы используем его для своего здоровья. Почему? Потому что период, этот короток очень, недели, 10 дней, максимум 2 недели, до того времени, пока выпорхнут листочки и березовый сок идти перестанет. Как мы можем законсервировать сок для своего здоровья? Варианты есть самые и самые разные. Есть вкусные варианты, но не самые полезные. Кто-то их э, закатывает, да? березовый сок нагревает с сахаром, там, с лимонной кислотой, с лимонами, апельсинами. Кто-то со смородиной делает, э, закипячивает, заливает в трехлитровые баночки и закатывает. Конечно, уменьшается целебность березового сока, конечно, сахар э, это лишнее может быть да, в качестве консерванта, но... Тем не менее, это тоже такой себе метод. Особенно детям, они любят сладенькое, они любят вот этот вот, да, с, аромат, с ароматом лимона, лимонадик такой. И потом, когда приходит жара, самое такое время, когда надо там что-то копать, полоть, вполне этот напиток помогает нам по-прежнему заботиться о своем организме, выводить из него соли и выводить отеки. Есть еще вариант, тоже, возможно, сейчас любители здорового образа жизни закидают меня критикой, но я люблю этот вариант, он очень простой и вполне можно воспользоваться. Квас. Квас из березового сока. Берете любого размера емкости, которая у вас есть, это может быть и 3- и 5-литровые банки, это могут быть и 5- и 10- и 20- и 30-литровые канистры. Заливаете туда весь возможный березовый сок, а его можно не просто собирать самим, но и купить, например, где-то в лесхозе. И добавляете из расчета на 30 литров сока 2 литра темного кваса, можно покупного, килограмм сахара и несколько изюминок, 5-8 изюминок. И ставите куда-то в прохладное место. Я его ставлю в погреб у себя на поместье. Чем хорош этот вариант? Сок может стоять хоть все лето, до августа месяца, когда у нас появляются следующие помощники нашим почкам, нашим отекам, нашим солям, арбузы и дыни. Если для кого-то это актуально, сбросить лишний вес, избавиться от солей в организме, прочистить сосуды, прочистить суставы, этот вариант идеален. Да? От 30 до 100 литров сока на семью вполне можно таким образом законсервировать и оставить. Самый здоровый, самый экологичный вариант заготовки березового сока, но для него вам понадобится достаточно большая морозилка. Это разлить сок по пластиковым бутылкам, полтора литровым, литровым, двухлитровым и заморозить. Единственное, помните, немножко оставляйте свободного места, бутылочку чуть-чуть вот так приспустите, иначе она может лопнуть при замораживании. Этот э, вариант реально получается самым экологичным. Почему? Потому что таким образом в сок мы не добавляем никакие консерванты, он получается абсолютно такой же, как и взятый из-под дерева. Потом мы достаем эту бутылку, мы ее размораживаем, и вот этого вот полутора литров нам вполне хватит, чтобы за день, за два ее выпить. Дело в том, что срок хранения у сока очень и очень небольшой, сутки максимум. Потом сок начинает мутнеть, приобретает кисловатый вкус за счет сахаров и органических веществ, которые в нем содержатся. Поэтому как-то консервировать его все равно приходится. Но даже если сок Заканчивается, наступает уже полноправная весна. Не расстраивайтесь, не переживайте. Свою пользу для организма, свое здоровье от природы, от березки, мы вполне можем взять, собрав ее листочки. Листочки березы для внутреннего применения, для терапевтического эффекта мы собираем совсем-совсем молоденькими. Вот закончился березовый сок, набухли почки и выпорхнули маленькие, свеженькие, молоденькие березовые листочки. Первые 3, 5, 7 дней, пока они не превышают вот размера ногтя на большом пальце, где-то не больше там, 2, максимум 3 сантиметров в диаметре, мы можем эти листочки клейкие, липкие собирать для внутреннего применения, для чаев. Листочки собираем, сушим, вот эти вот нежненькие, называется этот молодой лист березы, растительное сырье. И также завариваем и используем в чаях. Помимо все той же пользы для наших жидкостных сред, то бишь для того, чтобы отгонять отеки, для того, чтобы выводить соли из почек, молодые березовые листики в том числе помогают нам избавиться от аллергических реакций, особенно если у нас какая-то там аллергия, экзема, весенняя аллергия. Мы можем их комбинировать, например, с травой череды, с цветочками ромашки, с листочками мяты или мелиссы. И вот такой вот чай с использованием молодых березовых листочков вполне помогает справиться с проявлениями аллергии. Если у нас есть проблемы с усталостью, весенней усталостью, возрастной усталостью. Если мы постоянно испытываем стрессы по работе или внутри семьи, и у нас есть подозрение на усталость надпочечников, есть такое название синдрома, да? мы вполне можем чаем из вот этих вот молодых березовых листочков поправить свое здоровье. Они поддерживают надпочечники и оздоравливают их. А надпочечники ⁇ это наша гормональная система, это наша молодость, в том числе и наша гормональная молодость. Если же листочки растут, растут, растут и становятся совсем большими, не переживайте, и это тоже у березки идет в пользу. Каким образом? В первую очередь, конечно, это веники. Веники мы собираем до Троицы, это где-то 2-3 июня. Собираем, вяжем, тут целая отдельная можно песня, да, как их собирать, как вкладывать в них можно и травы, те же веточки тысячелистника, зверобоя, полыни, и можно вкладывать в них веточки тополя для душистости. Но в целом именно за счет березовых листочков, березовые веники оказывают в бане великолепное воздействие и на кожу организма, и на суставы и на, в целом на, наш, на наше здоровье. Также просто собранные горстями, большие уже переросшие веточки березы, листочки березы, можно использовать зимой для компрессов на больные суставы. Взяли горсть листочков, залили кипятком, ошпарили, разложили на хлопчатобумажной или льняной салфеточке, обернули эту теплую массу вокруг сустава, сверху пищевой пленочкой и теплым шарфиком. Тоже будут великолепно вытягивать соли из суставов, особенно если это делать регулярно, особенно если делать это постоянно, при этом из пищи убрать излишне жирную и соленую пищу и сбросить лишний вес, чтобы суставы не нагружать. Смотрите, наша милая березка, символ такой, да, славян, э на самом деле, насколько целебна для нашего здоровья. Главное знать, как правильно ее применять. Об этом мы рассказываем на курсах нашей фито-школы Дивея. И э дисциплинированно относиться к своему здоровью. Собирайте березовый сок, березовые листочки и будьте здоровы.